План развития арктической зоны и роль регионов России в ее освоении обсудили на старте третьего дня Международного Петербургского экономического форума. В панельной сессии приняли участие замминистра экономического развития Александр Цибульский, главы регионов, примыкающих к перспективной территории, а также представители компаний, которые будут развивать в них инфраструктуру. Мы предложили идею выделения особых опорных зон развития Арктики, всего их выделили 8. Мы хотим попробовать вот на небольшой части Российской Федерации отойти от отраслевого принципа развития экономики и перейти к территориальному. Участники в рамках конференции по экономическому развитию Арктики обсудили даже ее туристическую привлекательность. Регион обладает огромными возможностями для активного отдыха, а коренные народы Севера и их уклад жизни, традиционные промыслы – кладезь для научно-познавательного туризма.